Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Hisense 55U8HQ. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка D-LED, матрица U-LED, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 120 Гц. Чтобы добиться совершенной работы U-LED и Quantum Dot, производитель оснастил эту серию телевизоров технологией Mini-LED Pro. Светодиоды Mini-LED в 50 раз меньше обычных и созданы специально для более точной передачи глубокого черного цвета и самых разных оттенков. Каждая деталь на черном фоне становится видимой, а изображение в целом достигает невероятной реалистичности. Благодаря пиковой яркости в 1500 нит телевизоры создают ослепительные изображения. Специальные алгоритмы точно и быстро оценивают различные уровни яркости даже в помещениях с ярким освещением, чтобы вы могли наслаждаться живыми реалистичными цветами и детализированными тенями. Такого реалистичного изображения на телевизоре вы еще не видели. Погрузитесь в красочный мир с миллиардом оттенков. Технология квантовых точек позволяет телевизорам воспроизводить более миллиарда оттенков ярких цветов с максимальной точностью, создавая широкую цветовую палитру с тончайшими переходами. Частота обновления 120 Гц и режим спорт позволяют воспроизводить поразительно яркие, четкие и плавно движущиеся объекты. Телевизоры Hisense распознают мельчайшие детали и удаляют любые шумы, используя динамический алгоритм, адаптированный к движущимся объектам. Эффект объемного звука обеспечивает качественное воспроизведение атмосферы стадиона с четкой передачей речи комментаторов. U-LED телевизоры Hisense обеспечивают великолепное детализированное и реалистичное изображение с помощью передовых технологий управления светодиодной подсветкой и цветом, а также целого набора мощных алгоритмов обработки изображения, разработанных компанией Hisense. Технология U-LED повышает качество изображения за счет реалистичных цветов, высокой контрастности, четкой и плавной передачи движений и отчетливой детализации. Благодаря фирменным интеллектуальным технологиям процессор HiView Engine улучшает качество изображения. Алгоритм имитирует нейрон сеть на базе глубокого обучения и обеспечивает быструю покадровую обработку графики, создавая невероятно реалистичное изображение с учетом типа контента. Размеры телевизора 123,3 см в ширину, 73,4 см в высоту, толщина 7,7 см, вес 19,4 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 400 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 3.0, 1 Ethernet RJ45, 4 HDMI версии 2.1, 1 RF тюнер, 1 аудио вход, 1 CI+, ECP. Телевизоры Hisense серии U8 обладают превосходными возможностями подключения, делая развлечения более разнообразными. Стандарт Wi-Fi 6 позволяет загружать контент с невероятной скоростью и транслировать его без зависаний в любом разрешении. С помощью решения HDMI 2.1 eARC вы сможете наслаждаться превосходной гармонией изображения и звука, объединив телевизор Hisense с домашней стереосистемой. Операционная система Vida U6.0 – единственная возможность ощутить фирменное качество изображения, разрешения, цвета, яркости, контрастности и точности воспроизведения звука IMAX у себя дома. Телевизоры, сертифицированные IMAX Enhanced, соответствуют строгим стандартам, установленным IMAX инженерами DTS и ведущими техническими специалистами Голливуда. Чтобы создавать фирменное изображение IMAX и захватывающий звук DTS за пределами кинотеатра, смотрите
видите фильмы и сериалы в том виде, как их задумал режиссер. Режим FilmMaker позволяет получить кинематографическое качество изображения на экране телевизора Hisense, сохраняя оригинальную настройку параметров в соответствии с задумкой режиссера. Выберите любимого голосового помощника, чтобы с комфортом пользоваться телевизором. В комплекте телевизора поставляется пульт дистанционного управления, оснащенный функцией удаленного управления с помощью голосового помощника вида Voice или Алиса от Яндекса. Голосовое управление, встроенное в Google TV, позволяет отложить пульт и вместо него использовать голос для поиска и доступа к развлечениям, получение ответов, управление телевизором и устройствами умного дома, а также для планирования своего дня. Просто скажите «Hey Google» и задайте вопрос голосовому помощнику. Оцените все, что вы раньше не могли увидеть и услышать. Технология Dolby позволяет гораздо глубже погрузиться в любимые фильмы и сериалы. Dolby создает ощущение невероятной сопричастности сюжету и героям, выводя развлечения на новый уровень при трансляции любимых сериалов и лучших фильмов. Телевизоры Hisense серии U8 создают по-настоящему объемный звук с эффектом погружения. Технология Dolby Atmos и DTS Virtual X меняют воспроизведение звука, заметно улучшая его качество и создавая у зрителя еще больше впечатлений. Еще одна технология Hisense наполняет пространство звуком, анализируя окружающую обстановку и корректируя его воспроизведение с учетом пространства. В телевизоре предусмотрено 7 динамиков с общей выходной мощностью 70 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи, сначала отрицательные. Локальное затемнение не идеально. Перенасыщенные цвета. Бестолковый пульт. Вида. Теперь о положительных моментах. Яркость, размер. Цветопередача. Звук и бас, как от хорошего саундбара. Отлично подходит, как игровой телевизор. Уровень черного. Тонкие рамки. Хорошее качество сборки. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!